Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео все как обычно: покупки, дача, разговоры, болтология. Муж мне сделал новый презент с магазина Соколов, вроде бы серебряную подвесочку, но я ее еще не носила, я ее еще не распаковывала, поэтому чуть-чуть попозже. Сейчас пятница наступила, сейчас будем 3 дня выходных, будет много дачи. Завтра мы будем ночевать с родителями на даче с мужем. Муж сначала по делам с вами будет кататься, я с мамой грядками заниматься. А вечером приедет, уже сходим в баньку, потом поужинаем и во что-нибудь поиграем, игры какие-нибудь возьмем. Так, мама попросила купить на дачу масло сливочное. Помидорки я купила, не знаю, 3 штуки хватит или нет. Ну, взяла 3. Огурчики эстафета. Вроде бы тверденькие, хорошенькие. Так, сегодня ничего готовить уже не буду. У меня что-то не очень себя чувствую. Муж решил попробовать картофельное пюре от Big Lunch. Вот вместо того, чтобы что-то нормально приготовить, нет, он будет есть мне покупную еду. У меня вот такой муж, поэтому... Ну, и мне и лучше, знаете, меня не будет заставлять. Курочку куриную гриль себе взял. Какие-то такие штучки. Я у него спрашиваю, на дачу будешь что-то брать? Ничего не надо. Вот эти штучки давай, говорит, вечером погрызть. А там в этой коробочке-то штучек 6, наверное, 7 максимум. Так, салат себе взял какой-то с фасолью. Я такой не люблю. Салат сударушку, это я уже люблю. Она с брокколи, с перчиком болгарским. Мне нравится. И набрали кучу мороженого. Муж взял себе вот такой пломбир. Чистая линия с апельсиновой глазурью. Так, я себе взяла тоже чистую линию, но я себе, посмотрите, что взяла. Мегалодон. Хо-хо-хо-хо. Проку. Так, пломбир в клубничной глазури. Это я взяла. Муж себе какую-то зюзя из кимона палочки. И еще он себе взял ермошка из кимона палочки. А, мама просила еще купить тушенку, свинину. Я взяла 2 банки. Вроде как картошечку хочет потушить. То, что покупали мы ей, все осталось дома. Так что вот так вот. Ребята, я посмотрела птенцов. Сейчас эта вот птичка полетела или улетела? Улетела. Они уже обросли перышками. Вот это гнездо. Они обросли перышками. И уже не страшно. Давайте смотреть. Так, Никуша, Хрюша, господи. Дачники, я после работы заехала к маме на дачу. Посмотрите. Вот они, красавчики. Уже перышками обрастают. Так, считаем головы. 1, 2, 3, 4, 5. 5 птенцов ведь, правильно? Чего вы боитесь? Не бойтесь, вы такие большие. Уже. Но Манька улетела. Я ничего не трогаю руками. И тут раз ничего не трогала, чтобы не напугать и, не дай бог, не спугнуть. Что-то глазенки закрыли, только что открыты были. Вот, у нас такое гнездышко. Эта зараза улетела, опять на меня испугалась. Так что у нас пополнение. 5 птенцов. Никунь, хватит тикать, уже из забора псикал. Пошли давай. Пополнение у нас. 5 птенчиков. Только единственный минус. Эти птички грызут клубнику. Мой маленький дачник лежит. То вчера баню не пошел. То вчера баню не пошел. Ты не пошел в баню вчера. Маленький дачник. Да, маленький. Маленький. Уснул на моем месте. Уснул и спит. Шашка рядом лежит и спит. Даже глаза не открывает. Пирожочек. А, пирожочек. Я, мне кажется, твоя морковочка сломалась. Что-то явно стало не то. Нянюк. Нянюка. Нюкусь. Что-то слюньки, наверное, попали туда. Никунь. Ой, Никунь. Такой Никунь. Звук получился. Слюнки попали. Слюнки попали. Птичка кричит.
Зачем кусил за палец-то? Ну! Дай брошу. Дай морковочку брошу. Дай морковочку брошу. Дай морковочку брошу. Дачные игры. У нас дачные игры. Наконец рабочий день закончился. Заехали в гараж с мужем. Взяли компотики домашние. Мы такое любим. Вообще любим компоты. Пьем постоянно. Забежали в магазин. Сейчас супчик погрею. Муж захотел свои вот эти рулетики. Ветчина, сыр, чеснок, там майонез, все такое. Я захотела помидор, огурцы, салат. Взяла вот такие кураж. Маленькие огурчики. Азербайджанские помидорчики. Сейчас нарубаю салатик. У меня супчик поест, я салатика хочу. Я блины с яблочной начинкой он себе взял. И с творогом. Я взяла с красной рыбкой. Я фанат красной рыбы. Я себе взяла вот такие рулетики из блинчиков с красной рыбкой. Муж захотел фруктов, на удивление. Взяли черешню. Будем смотреть какую-нибудь киношку. И кофеечек у нас сломался. Как он называется? Термопод? Да. Термопод сломался. Завтра, скорее всего, после работы заедем, купим уже что-нибудь. А пока вот такой кофеечек купили. 3 в 1. Сейчас вечером попить и на утро. Московская кофейня на паях. Все ее рекламируют, заодно попробуем. Один день позади. Рабочий. Зашли в магазин. Мороженка. Еще мороженка. Чувствую каждый день такие покупки всякие разные. Сейчас у меня муж как раз в командировку скоро уедет. Я, наверное, жестко экономить начну. Мы экономим только, когда он в командировке. Черешня. Нам понравилось вчера. Очень вкусно. Фильм смотрели, грызли. Так, муж взял шашлык. Любительский. И салат. Мужская мечта, его любимый. А у меня помидорчики, огурчики в холодильнике, салатик вчерашний. Я люблю такое. И блины с курицей, грибами. На утро сказал. Ну, на утро так на утро. Еще один рабочий день позади. Одно разве что уже четверг. Ура! Скоро финишная прямая. Пятница будет. Взяла вот такие формочки алюминиевые. На выходных хочу приготовить лазанью. Поэтому завтра пойду куплю вот такие листья из макарошек. Надо найти. Посмотрю в интернете, как делается. Куплю фаршик. В общем, сегодня вечером посмотрю рецепты, какие есть. Лазаньи не сильно тяжелые в приготовлении, полегче. Хочу приготовить лазанью. Так. Черешня вкусно кончилась, очень жалко, поэтому взяла персики попробовать. Ну, попробую, не знаю. Ну, абрикосы, слива, то, что отец приносил, несъедобное вообще. Оно еще не спело и, мне кажется, еще рано. Так, муж взял себе ленинградское обычное пломбир эскимо. Я себе взяла московское шоколадное. Обожаю шоколадное мороженое. Мне муж не понимает, как можно есть шоколадное мороженое, а я обожаю. Пломбир на сливках эскимо. Так, мужа решила немножко побаловать. Взяла ему шашлык по-грузински. И взяла ему шашлык любительский. У меня мясоед вообще. Ну вот, мясоед. Кетчуп. Здраво, классический, обычный. Кальвум, провансаль, майонез. Это кичунес он будет себе делать. К чаю я взяла ему со сгущенкой трубочки. Это вот производство Провиант. Горка вот печет. А я в тот раз брала с белым кремом, очень вкусно, мне понравилось. Нету, взяли вот такие попробовать, которые замораживают, с сырным кремом. Попробуем такие. Ему со сгущенкой, мне с сырным кремом. Так, взяла попробовать вятушку, творожная масса с изюмом. Вот такая малютка. Мужа спросила, сказал, не буду. Что-то у меня с фокусом, что такое. Сказал, не буду, я себе взяла. Так. Опять у меня салатов кучу набрал. Взял какой-то... А, его любимый. Мужская мечта. Там опята, ветчина, соленый огурец, яйцо, что-то еще. А, шампиньоны. Ну, короче, вся лабуда, знаете. Так, творожное зерно в сливках груша.
Это мое любимое. И клубничка. Мне очень нравится, я прям в восторге. Он себе взял обычный творог, точно такое же село зеленое, тоже вот таких зернах. Нам понравилось в последнее время в зернах. Так, мы взяли с ним щербет, манго, маракуя, коровка из кореновки. Очень вкусное мороженое у них, взяли попробовать щербет. Он еще где-то начитался, насмотрелся, что щербет из мороженых самый полезный, в отличие от фруктового леда, который я люблю. Типа там один сахар, щербет, типа это перемолотые фрукты. Ну, попробуем. Я себе взяла вот такой осенний капусточка, огурчик, перчик. Такую дома можно настругать. Ну, блин, ладно. Провианте вкусно готовят. Салат аппетитный с фасолью. Фу, фасоль, тут сыр. Что-то там ветчина тоже, помидор. Мне такое не нравится. Мне муж такой ест. Так. Пускай ест. Главное, у меня не просит готовить. Ладно. Еще взяла вот такое. Фабрика грез. Раньше мороженое очень вкусное было. Сейчас не могу встретить его в рожках. Ну вот привезли вот такие стаканчики с клубничкой маленькие. Тут 80 грамм вроде бы. Да? 70 грамм. Вот. Такое мороженое. Все. Сейчас будем ужинать. Сашка в ванной закрылся. Пошел свою бороду брить. Сейчас парикмахерскую пойдет. А вот этот товарищ теперь стоит под дверями, ждет. Не открывает? Ой, Саска высыл! Ой, Саска высыл! Наконец-то, да? Ты рад, Хвостик? Ты очень рад, скажи. Че ты усол, скажи, дверь заклыл? Да? Скажи, Саска высыл. Ой. Не кунь. Поросенок. Какой он все-таки у меня пирожочек сладкий. Такой пухленький, пухлячок мой. Пирожочек мой. Да? Кто завтра в больничку пойдет с утра? Кто доктору своему пойдет показываться, проверяться? Мы уже старенькие, нам надо. Ну что, няняк, наш Сашка ушел в парикмахерскую, да? Ты уже был в парикмахерской. Будем заниматься домашними делами. Пойдем перед сном погуляем немножко, чтобы вот этот товарищ все дела сделал. Да, Ниникуня? Оба-на. Ты будешь свои дела делать перед сном, как положено? Я надеюсь, да. Да? Сейчас мы спустимся с наших этажей. Прохладно. Ты не хочешь гулять? Не хочет гулять. Мы пошли домой. Это что за морда? Нагулялась на улице и сейчас будет купи-купи делать. Это вот это моя булочка сладкая. Это мой пирожочек любимый. Да. Пользуемся мы вот такой шампунькой. Я уже показывала ранее видео. И вот такой, такие остатки роскоши. Кондиционер для якшерских терьеров. Мы сейчас стрижены, коротко. Но мы уже обрастаем. Мордашка наша тоже коротко стриглась, тоже обрастает. У нас только остаются клёши на лапках. Мы когда помоем себе, причешу, он будет такой пушистый. И хвостик. Вот эта мочалочка. Вот это. Вот эта мочалочка, я буду купаться. Что? Моя мочалочка дохленькая. Ты покупайся. Ему пирожок, мокрый нос. А что обиделся-то? Сейчас вытеру. Пирожочек мой, ты накупился? Ну все, сиди. Все, сейчас вытерешься и будешь пушистый.